Прочь с дороги! Что ты делаешь? Готов. Я должен встретиться с Редой. Эй, что? Нас не застать врасплох. Thank you.
помогут мне боги. Я иду к тебе, Айя. Sono saffrosini. Серапис, змей получит свой ответ. Мориас параске вазма да туда не стинаш. Не отдам! Копии всех рукописей должны храниться в Великой Библиотеке. Это мое! Видно, твоей писанине не место. Как же мне найти Айю среди всех этих свитков? Мне кажется, Фан много болтает. Но идеи интересные. Радикальные. Почти опасные. В этом ты прав. Вот только краткости ему не хватает. Мориас параске вазма да туда не стинаш. Рядом все знания мира, лишь протяни руку. Здесь мы можем свободно говорить о... Итак, Серапис. И что? Где Айя? А, Серапис. Я написал о нем пасторальную трагикомедию. А. Ты Баек, да? Айя тебя заждалась. Как она? Быстрее, за мной. Прошу прощения, друг мой, но ты пьян. В библиотеке это недопустимо. Она прячется. Кто ты? А, любишь поэзию Гомера, так? Прошу сюда. Я брат Айи, Фан. А, да, Фан. Рад встрече с тобой. Расскажи, что с Айей. И почему ты так осторожен? Геннадий отправил людей обыскивать дома.
Солдаты вытаскивают людей на улицы и пытают этих несчастных. Теперь наши правители позволяют все. Геннадий? Чудовище. Это Филокит Александрии. И он готов перерыть весь город. Так где Айя? У меня есть могущественный друг. Аполлодор. Ты ведь слышал о нем? Ни разу. Услышишь. В любом случае, это он подготовил убежище для Айи, когда все началось. Что случилось? Ты мне не ответил. Это политические интриги. Потом она тебе все объяснит. О, да это Фан. Думает, что он поэт. Прямо-таки новый Софокл. Дальше я не пойду. Иди к монументу, там убежище Айи. Туда! Поверь мне. Мне пора. Удачи, друг. Приходи ко мне в театр. В Александрии всегда есть чем заняться. Я скучала. Нельзя так долго жить в разлуке. У нас есть только мы. Без схему. Мы будем вместе. Двое. Друг для друга. Есть вести. Следы правосудия. Ей я избил Медунамона. Ужасно, что у нас с тобой такая доля. Но я тебе благодарна. Если честно, это было приятно. Как я скучал. И мне не хватало тебя. Я тоже убила Актеона. Проследила за ним и нашла в его комнате маску. Дождалась его, заставила надеть маску и пронзила клинком его глазницы. Айя. Но я была небрежна. Другой тоже в маске проследил за мной до дома. С ним было еще сложнее. Остался один. Потом все кончится. Взгляни-ка. Забрала у Актеона. Аполлодор сказал, что этот папирус принадлежит совету. А значит, змей при дворе Птолемея. Откуда об этом знает Аполлодор? У него повсюду уши. Он связан с Клеопатрой. С Клеопатрой? Она же преступница. Это все козни ее брата, поверь. Она жаждет вернуть трон. И тоже хочет смерти змея. Она верит мне. И дала мне это. Чтобы убить его. Древнее оружие, которым убили тирана Ксеркса. Клинок правосудия.
Хитроумно. Я проникну во дворец, найду владельца печати змея и воспользуюсь клинком. Ты сможешь многое узнать в покоях придворного певца. Он часто бывает в банях. Обыщи все, пока его нет. А ты? Я буду здесь, пока Геннадий прочесывает улицу. Он жаждет моей смерти. Узнаю, что смогу. О Геннадии и змее, и о том, как убить их. Выясни, кто такой змей, и яви ему Ликс. Что это? Это путь к пристани. Неужто Фан тащил тебя через шахту? Выясни, кто такой змей, и яви ему Лик смерти. Встретимся у Панеума, когда покончишь со змеем и Геннадием. Расставание ранит мое сердце. И мое, любимый. Мой дорогой муж! Гнуснейший из гнусных тварей!
Вот и Клавдий. Я... Это ты? Крокодилы говорят? Африка не перестает удивляться. А ты что такой злой? Клавдий! Эй, ты! Эй! Не двигайся! С Клавдием и узнаю, что он тут делает. Зачем же ты убил их? Мы ж только познакомились. Клавдий, ты пьян. Да, это я. И нет, я не пьян. Пара пива или, может, десяток. Но... Ладно, пойдем к твоей жене. О, я женат? О, мамочка будет так рада. Что привело тебя сюда, Клавдий? Я собирался, ну, не могу вспомнить. Приехал сюда из Александрии на праздник. И тут кто-то, не помню, кто-то предложил мне пить всю ночь. Угостил. Ну как тут отказать? А о чем мы говорили? Как ты сюда попал? Ха! Ну да, я проснулся, а здесь крокодилы повсюду. Слушай, они правда говорят? Египет – волшебная страна древних загадок. С ума сойти. Друзья в городе мне не поверят. Ты вроде говорил что-то про жену. Да, твою. А вот и ты, любимый. Я так волновалась. Дионис Великий, вспомнил. Я сбежал на остров от нее. Она меня опоила, женила и потребовала сбор за девственность. Чью девственность? Теперь иди. Мы с мужем сами разберемся. Нет, 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 не уходи. Меня убьют. Вот что бывает, когда обманываешь женщину. Прошу, помоги! Плюнь на него! Греки недостойны жалости! Эти все обобрали нас до нитки! Да, вот так вот! Мои братья! Как ты мог убить моих братьев? Ты должен был помочь мне, а не ему!
Спасибо тебе. Ты спас мою жизнь и мои деньги. Отныне осторожнее выбирай, с кем будешь пить. Right decision, Greta. Где кровь? Что здесь произошло? Здесь проводили ритуал? Столько крови, будто в мясной лавке. Ветер и вода стерли все следы.
Thank you.
за подмогой! Извини. Yeah!
right decision, Gere. Jerriot. Что у нас здесь? Плечо, пусти порву.
Помоги! Но! Thank you.